Липат Кинг, спасибо, вы прислали мне комментарий на мое видео в YouTube. Пишите, а если нет души, если мы просто мозг, который контролирует тело, что тогда? Темнота, небытие. Страшно думать то, что все резко прекратится. Знаете, вы начинаете со слова «если», а «если». Хорошее слово, но, как сказал один знаменитый философ, начинающий сомнениями, заканчивает уверенностью. Но почему некоторые не заканчивают уверенностью? И вот такие состояния. А что тогда? Темнота, небытие, страшно думать. Заканчивает уверенностью тот, кто принимает решение. То есть мы не знаем всего до конца. Мы знаем только часть, имеем относительное знание. И поэтому, начиная вопросом «А что если?» или «А если?», нужно принять решение, когда вы сомневаетесь в определенный момент, через день, три дня, через месяц, через год. И когда вы принимаете решение, я буду поступать так, я буду верить вот в это, буду верить вот так. Тогда у вас, с одной стороны, вы себя ограничиваете этим выбором и начинаете совершать какие-то ошибки, с другой стороны, вы открываете что-то для себя положительное. Плюсы и минусы сопровождают ваш выбор. Если вы будете постоянно делать выбор, причем не обманывая саму себя, вы постепенно обретете ту уверенность, которая позволит вам не бояться вот этого. А что тогда? Темнота? Небытие? Ищите, и вы найдете. Мне эта фраза очень нравится, фраза Христа. Так что ищите, и вы обязательно найдете. Но не обманывайте себя и будьте честными с самой собой, когда вам нужно будет принимать решение. А когда вы будете совершать ошибки из-за принятого решения, извлекайте уроки из них, принимайте дальше решение, сомневайтесь. А если сомневаетесь, сомневайтесь, а потом вновь принимайте решение, это приведет вас к уверенности. Удачи вам!